В Украине очередной скандал золотой молодежи. На этот раз зашкварилась дочь директора Николаевского водоканала. На облетевшем сеть видео девушка позирует шариками, выбрасывает бумажки, похожие на деньги, и катается на гелике. На видео Одесса, которая, кстати, регулярно страдает от обстрелов. Люди возмущены, так как некоторые чиновники и их дети не стесняются кичиться своим состоянием и беззаботной жизнью даже на второй год войны. Но не водоканалом единственным, как говорится, да, на самом деле такие скандалы регулярно проникают в инфопространство. Пока кто-то в окопе стоит за страну, дети богачей инспектируют Европу. Иногда не совсем адекватно. Помните, неделю назад зашкварился сынок председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца Дима, живущий в Париже. Он публикует обнаженные фото в увлекательных позах. Как Дмитрий оказался за пределами Украины, не ясно. Но ясно, что возвращаться не планирует. Также в сентябре стало известно, где находятся дети спикера Стефанчука, журналистам Радио Свобода. Он красноречиво рассказал, что все в Украине. Вроде бы дочь даже бросила учебу в Вене и переехала в Киев. Но телеграм-каналы активно публикуют обратное. По информации, минимум год наследники Стефанчука протусили в Европе. В частности, сын Олесь посещал вечеринку в Лондоне. После публикации каналов Олесь почистил свою страницу и удалил все материалы. Да, скандалы вспыхивают, люди жалуются и возмущаются, но власть, как всегда, только разводит руками.